Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала! Сегодня я хочу рассказать о том, как растопить сливочное масло. Один из таких самых простых способов. Итак, нам понадобится сливочное масло, тарелочка, желательно маленькая, и ковшик с небольшим количеством воды. Растапливать сливочное масло, как вы уже поняли, я буду на водяной бане. Итак, сначала мы включаем плиту и ставим ковшик с водой на плиту. Желательно налить поменьше воды, чтобы побыстрее она закипела. И все это мы накрываем крышкой. Дальше я беру нож и отрезаю нужное количество сливочного масла. Так, вот я уже отрезала, подготовила небольшой кусочек, который мне понадобится. И просто его кладу. Давайте побольше положу. Вот. И все. И теперь, когда вода будет закипать, вода будет превращаться в пар, и тем самым будет нагреваться наше сливочное масло. Итак, вот наша водичка закипела, и сливочное масло уже все растопилось. И вот что у нас получилось. Наше сливочное масло растопленное готово. Кому было интересно, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и всем пока!